Восьмой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», посвященный городу-герою Туле, стартовал в Одинцовском округе. И первым пунктом маршрута вновь стала Кубинка. Традиционно уже мы открываем именно на этой земле, кубинской земле, очередной этап эстафеты «Салют Победы». Именно глава округа 8 лет тому назад учредил эту эстафету, которую каждый день мы вспоминаем про своих участников Великой Отечественной войны. Недавно глава округа Андрей Иванов поддержал инициативу ходатайствовать о присвоении Кубинки звания населенного пункта воинской доблести. Героическая история города дает ему право носить почетный статус. Знамя Победы, офицерский наган, письмо-треугольник – символы нового этапа находились в Кубинке около недели. В эту неделю мы, когда приняли эстафету, почетный караул со знаменем, с артефактами, которые у нас посвящены этому событию, город-герой Туле, прошли по нашим 4 школам поэтапно, где проводились выставки, соответственно, рассказывалось про город Тулу. В культурно-досуговом центре Кубинки в честь эстафеты «Салют Победе» организовали концерт. По традиции, в его подготовке, как и во всех мероприятиях, активно участвуют дети. Юных патриотов поддерживают ветераны. Ветеранская организация вообще в приоритетном направлении или порядке смотрит на вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием. Если не ветераны, то кто еще? И мы считаем, я имею в виду себя и в целом комитет ветеранов, это проект, наверное, наиболее удачный за последнее время с точки зрения материализации этого направления работы с молодежью. Патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжает свое торжественное шествие. Символы переданы Теруправлению «Назаревская». Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».